Добрый вечер, уважаемые зрители программы «Телеоткрыт». Снова с вами наш первый участник в такую хорошую погоду. Как тебя зовут? Никита. Никит, не щурься, это свет такой приятный. Так, давай свой привет передавай. Маме. Так, еще кому? Бабушке. Еще кому? Дедушке. А еще кому? Брату. И всем, кто тебя знает, да? Да. Так, вот ты хоть рад вообще, что снег пошел наконец-то? Рад. Ну приятно, да, самое, когда вот на улице хотя бы так не слякать, а снег, да? Да. Ладно, послушаем песенку. Хорошо, на мое усмотрение, ладно? Угу. Все. Так, мы слушаем песенку Алены Свиридовой, если ты захочешь. Слушаем. Так, уважаемые телезрители, на следующий участник, как вас зовут? Маша. Маша и? Ксюша. Ксюша и Маша. Маша, давай с тебя привет начнем. В общем, я передаю привет моей маме, папе, сестрам Кирочке, в общем, всем, кто меня знает, моей школе. В общем, и хочу передать им всего самого лучшего, чтобы они всегда были счастливы. Так, замерзла? Да. Так, я тоже. Так. Я хочу передать привет со своим родителям, подруге там Кате, Маше и Тане. Так, и послушаем песенку. «Чай вдвоем». Так, мы слушаем «Чай вдвоем». Слушаем. Итак, наш следующий участник. Как вас маленьких зовут? Оля. Так, Оля и? Вика. Так, а тебя как зовут? Кирилл. Так, давайте начнем с мужчины. Кирилл, давай передавай привет маме, папе, бабушке, дедушке. Я хочу передать привет маме, папе, так, дедушке, крестной бабушке. Так. Своему брату Саше. Так. Своему брату Жене, своему брату Рома. Угу. И всем, кто меня знает. Да. Все. А сколько тебе лет, скажи мне? 6. Ух, какой молодец у нас, какой участник. Так, тебя как зовут еще раз? Вика. Так. Кому передаешь привет? Папе, маме, бабушке. Так. Крестной. Ага. Крестному. Ага. И всем, кто меня знает. И всем, кому знает. Ну ты хоть улыбнись. Вот, а сразу же лучше. Ну давай, ты сразу же улыбаешься, да? Давай. Я хочу передать привет своей маме, папе, бабушке, дедушке, своему крестному, своей крестной и всем, кто меня знает. Так, и всем, кто нас тоже знает, нашу телекомпанию «Москва и Восток», ставим песенку «Динамит». Слушай. Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами программа «Телеоткрытка» и наш первый участник. Как вас зовут? Людмила Дмитриевна. Людмила Дмитриевна, вы с работы, я так понимаю, да? Нет, из магазина. Покупала так. Подарки. Покупали подарки, я уже понял. Вот, я помогаю Елене Дмитриевне передать ее подарки. Пока она передает приветы. Кому? Ну, кому? Наверное, маме, так. Сыну, так. И внуку. И внуку. Да. И давайте мы послушаем песенку Татьяны Овсиенко. Давайте. Вы не против, да? Нет. Все, слушаем песню Татьяны Овсиенко. На следующий участник программы «Телеоткрытка». Как тебя зовут? Алексей. Алексей, кому хотел передать привет? Родным, друзьям и поздравить всех с наступающим Новым годом. Так, до него осталось 26 дней, да? Да-да-да. Так, думали где встречать? Примерно, но еще не решили. Так. И послушаем песенку «Дельфины и игрушки». Слушаем. А на этом наша программа заканчивается, но в конце программы мы хотим поставить песню «Сплин орбит без сахара». Слушаем. Пока. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Снова программа «Телеоткрытка». И наш первый участник, как вас зовут? Меня Леонидом зовут. Леонид, будьте добры, ваши приветы. Привет хочу передать всем родственникам, которые находятся сейчас на улице Ленина, 21, Роману, Анне, это их дети, вот. Так, так, а они кто-нибудь разговаривают? Они что? Юленька? Юленька. Юленька. Привет, Юленька, как у тебя дела? Нормально. Нормально, ты привет передашь кому-нибудь? Да. Давай, погромче скажи, мам, привет там. Мам, привет. А Карине? Карине. Карина, привет. Так, отлично. И давайте послушаем песню какую-нибудь. Давайте. Да. Да, какую? Какую бы надо для деток. Что там у вас? Для деток. Давайте крошка. 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 Моя, вот руки вверх. Хотели, руки. Да. Все. Слушаем. Спасибо вам. Сотрудникам. Итак, какого сотрудника? Это же генеральный директор. Так, следующий наш участник. Александр Грушевой. Ваши поздравления сотрудникам. Камерный. Да. Хоть бы свет включили на камеру. Вот Рудан мне подсказывает, свет надо оператор включить на камерный. Вот. Уважаемые коллеги, друзья и подруги, да, я передаю вам всем привет, желаю счастья, здоровья, чтобы у нас всегда телевидение так было, работало вернее классно. Все были веселые, добрые и беззаботные. Там как забот в нашей жизни хватает. Вот чем меньше их будет, тем как бы легче нам будет жить.
А вам, уважаемые телезрители, желаю поменьше, скажем так, черных дыр в эфире. Чтобы наш канал вы смотрели всегда с радостью, с удовольствием. Ну и, как говорится, все. Спасибо. С праздником всех. Не будет этого. Нормально, все. Спасибо, спасибо. Наши следующие участники, мы сейчас к ним подойдем. Сейчас мы узнаем, как их зовут. Как вас зовут? Добрый вечер. Мы с вами, знаете, не дружим. Почему? Потому что наших детей передавали, мы пришли, смотрели два дня подряд, и они не выступили. Сегодня выступим. Где ваши дети? Покажи. Где-то идите сюда. Так, сейчас мы. Так, дети, давайте передаем привет. Как тебя зовут? Вика. Вика, давай, начинай передавать привет. Папе, маме, бабушке, крестному. Так. И все, кому... Все, кто меня знает. И кто... Меня все знают. Все, тебе вас всех знают, точно. Так, как тебя зовут? Меня зовут Никита. Давай, Никита, передавай привет. Я учусь в школе, у меня много друзей. Передаю привет самому лучшему другу Эльдару. Так, прости, школа номер? 7. Так, дальше. Еще хочу передать привет своей учительнице. Ага. Папе, маме и крестному. Так, все, повторение пошло. Так, как тебя зовут? Кирилл. Так, Кирилл, не бойся, давай громко говори приветы. Я хочу передать привет папе, бабушке, маме, дедушке, крестному, крестной и все, кто меня знает. Во как, понятно, уважаемые телезрители, все, кто его знает, и слушаем песенку «Ноги свело». Добрый вечер, уважаемые телезрители, снова программа «Телеоткрытка» и наш первый участник, как тебя зовут? Руслан. Руслан, давай, передай свой привет. Хочу передать привет маме, папе, брату и всем участникам в моем классе 6 В, первая школа номер 1. Первая школа номер 1, молодец. Какую песню послушаешь? Би-2, Барбара. Все, слушаем Би-2, Барбара, слушаем. Следующий участник нашей программы, как тебя зовут? Паша. Паша, давай, передавай привет. Я передаю привет своей тете и всем своим друзьям. Где ты учишься? В первой школе, но в 6 В классе. Так, и давай послушаем песню какую-нибудь. Давай. Ну, песню на ваше усмотрение. Все, давайте мы послушаем «Запрещенных барабанщиков». Опять убили негра, его убивают каждый день по нашей программе, так что слушаем, все. Следующий наш участник в программе, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, вот давайте сначала начнем с приветов, а потом поздравления всех рептовчан с наступающим Новым годом. Ну, передаем привет бабушке и дедушке, которые находятся у нас в Рязани. Этот поселок Шарик. Пусть они у нас не болеют, будут здоровыми. А привет всем рятовчанам, учителям школы номер 3, за наших детей, которых они обучают. Здоровья, счастья и успехов. Все, и песенку слушаем на наше усмотрение, хорошо? Все, слушаем. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Снова программа «Телеоткрытка» с нами. И наши первые участники. Как вас зовут, девчонки? Юля. Юля и? Юля. Так, Юля и Юля. Юля. Так, привет ваши передаете? Я передаю привет маме, папе, который сейчас на работе, бабушке. И хочу сказать, чтобы она побыстрее выздоравливала. У нее болит нога. Так, ну это не страшно. У нас сейчас нога быстрее выздоравливает, чем обычно. Так. Так, а я знаю, зато маме, папе. Ну, маме, папе, бабушке, папе. Бабушка, нога болит? Нет. Слава богу. А сейчас на работе. Да ты чё? В школе номер 7 и подружке, ну, Лиде и Кате. Так, песню какую послушаем? Не знаю. Алену Середу. Послушаем песенку. Слушаем. Так, наша следующая участница. Сейчас мы узнаем, как ее зовут. Девушка, как вас зовут? Спросите, скажите нам, пожалуйста. Оксана. Оксана, вы так не шмуритесь, Оксана? У нас свет такой не очень большой. Давайте свой привет передайте. Кому? Кому знаете? Ой, давайте лучше не надо. Не, давайте передайте привет. Ну, передаю привет маме, папе. Еще кому? Брату, сестре. Так, а подруги, друзья есть? Подругам, друзьям. А молодому человеку? Молодому человеку. Так, вот, в общем, я привет передал. Итак, поздравления в нашей программе. Как вас зовут? Меня Родин зовут. Так, Родин. Игорь Александрович, передавайте привет. Я хочу передать привет воинам-интернационалистам, кубинцам, которые проживают в нашем городе Реутове. 11 декабря, совсем недавно, они получили решением Государственного совета Республики Куба, получили медали за доблестный
выполнение воинского долга в Республике Куба в 1962 году во время Карибского кризиса. Исполнилось 40 лет Карибскому кризису, вот, и мир был поставлен на грань ядерной войны. И вот я хочу передать привет Бочкареву Евгению Федоровичу, проживающему в Реутове. Это бывший наш начальник штаба зенитно-ракетного полка. Вот, полковник он сейчас. Значит, Горячего Капитона Михайловича поздравить с награждением за подписью Фиделя Кастро. И Рузина Геннадия Борисовича. Всем привет. И всем привет воинам-интернационалистам города Реутова, кто воевал и в Чечне, воевали и в Афганистане, и в других странах мира. Все, спасибо. Спасибо мы... И песенку какую мы послушаем? Динамит. Послушаем песню «Динамит». Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вот-вот пришла зима, наконец-то, снег выпал, все вот дети все катаются на санках, вот с горочки. Сейчас мы подойдем, узнаем их вообще мнение о зиме, а уже наступившей, и их приветы. Как тебя зовут? Вика. Вика, а ты что такая заснеженная? Катаешься на санках или на чем ты катаешься? На санках и на горке. Так, на санках и на горке. Так, вот тут происшествие, смотрите, происшествие, тут все попадали. Так, продолжаем. Вика, расскажи мне, вот тебе нравится зима, вот то, что пришло, вот снег уже выпал, да? Да, очень мне нравится, катаемся хорошо здесь. Веселее, да, так? Да, очень. А, давай, Вик, свои приветы передай кому, маме, бабушке, кому хочешь привет. Я хочу передать привет дяде Вове, своей собачке Нике и маме с папой. Привет! Все, отлично, так, вот такая веселая Вика в нашей программе. Как тебя зовут? Кристина. Кристина, ты уже прям пошла. Давай свои впечатления о зиме. Ну, рада, что зима, угу. Весело. Ух. Что сейчас сказать-то? Ну, привет, скажи. Ну, привет собаке моей. Это самое главное, это вообще, это просто... Ну? Так. Дедушке с бабушкой и бабе с папой. Так, а как самых зовут? Мика. Мика? Да. Ух ты. А девочка, мальчик? Девочка. Да? А какой породы? Ротвейлер. Ну. Мика, тебе от нашей компании «Москва Восток» большой, огромный привет. Так, уважаемые телезрители, сейчас будет такой трюк. Ну, смотрите, кто, сколько там народу, много человек. И мы сейчас их спросим приветы. Так, парень, как вас зовут? Серега. Серега, ты рад, да, что зима наступила? Да. Так, отлично. Давай свой привет, только быстро. Я хочу передать привет своим родителям, бабушке с дедушкой и всем родным. Кто меня знает, классу 9 Б, первый школьник, классный руководитель Арсений Ванни. Отлично, вставай, ты замерз, давай, как тебя зовут? Меня зовут Женя. Так, давай, передай привет. Я хочу передать привет своим родителям, бабушке с дедушкой, моим родственникам. Ага. И спасибо. Третьей школе. Спасибо. Третья школа, привет, я тоже от нашей компании. Тихо. Так. Димон, отлично, меня Лёха зовут. Привет. Хочу родителям передать привет. Бабушки, и так всем знакомым, друзьям. Все, отлично, вставай. Так, мы слушаем песенку, Так, анекдот в нашей программе. Как тебя зовут еще раз? Вика. Вика. Так, Вика, мы тебя помним. Ты была в начале программы. И анекдот. Идет Незнайка в школу. Пришел и спрашивает у Незнайки. Учительница вызвала доски. Незнайка, как твоя сестричка делает уроки? Не знаю. Незнайка, как твоя бабушка делает пирожки? Не знаю. Незнайка, что мама делает, когда... папа приходит с работы уставший. Не знаю, Незнайка, что мама делает, когда паук ползет по стенке. Не знаю. Пришел у нас Незнайка со школы и спрашивает у сестрички. Сестричка, как ты делаешь уроки? Аккуратненько, на линеечке. Бабушка, как ты делаешь пирожки? Тяп-ляпи, все готово. Мама, как ты делаешь? Мам, что ты делаешь, когда паук ползет по стенке? Не знаю, не знаю, как. Ой, это. Бью. Мама, а что ты делаешь, когда
Папа приходит с работы уставший, накормлю его, напою и спать уложу. Идет Незнайка в школу, перед классом упал, в голове все перемешалось. У Незнайки спрашивает учительница: Незнайка, как твоя сестричка делает уроки? Тяп-ляп, и все готово. Незнайка, как твоя бабушка, как твоя бабушка делает пирожки? Аккуратненько, по линейке. Не знаю, что твоя мама делает, когда паук ползет по стенке? Накормит его, напоит его. Не знаю, что твоя мама делает, когда приходит с работы уставший? Тапочком его, тапочком. Отлично, такой анекдот, Вика. Спасибо тебе большое, такой долгий анекдот. Спасибо. Солдаты сидят в окопах, пули летят слишком быстро. Командир отдает приказание. Наш комбат начистил медали, видно, хочет пойти в атаку, но он не пойдет первым. Прекрасно работает снайпер. А пули летят, пули. Командир отдает приказание. Солдаты сидят в окопах, потому что летят пули. Саперы роются в грунте, взрывают 100-тонную мину. Но она все равно не взорвется. Шпион отвинтил контрахайку. А пули летят, пули. Шальные летят и не очень. Солдаты сидят в окопах. Солдаты читают почту. А повар придумал ужин. Немного крупы перловой, немного коры дубовой, немного дорожной пыли, немного болотной тины. Солдат не умрет голодным. А пули летят в поле. Командир отдает приказание. Солдаты сидят в окопах, потому что летят пули. Еще один привет нашей программе. Как тебя зовут? Саша. Саша, ты так испуганно смотришь на меня. Ну давай, передай привет. Я передаю свой привет своей маме, всем близким и особенно бабушке в Беларуси. Очень замачиваю такой привет. Он обязательно, наверное, дойдет до адресата. И тебе нравится зима? Да. Тебе нравится, что наступила уже зима? Как бы? Да. А вот пришествие Нового года, вот что ты собираешь? Где ты Новый год собираешь справлять? Здесь. Прям, да, здесь, вот прям где ты стоишь? Ну нет, справлять там. Ну, на горсовете. Понятно. Ну все. Все, на этом, уважаемые зрители, программа наша заканчивается, к сожалению. Мы ждем вас в пятницу в 6 часов вечера здесь, на площади, как обычно. Пока. Добрый вечер, уважаемые зрители, с новой программой «Телеоткрытка» с вами. И наш первый участник, как тебя зовут? Павел. Павел, ты у нас был уже давно, помню тебя точно, да? Давай свой привет. Я передаю привет маме, папе, бабушке, дедушке, всему шестому классу, 7 В, классному руководителю Ивану Валерьевне и всем мальчишкам нашего класса. Большой привет. В школе номер? Один. Так, в школе номер один тоже привет от нашей телекомпании «Москва и Восток» и песенку. «Би-2, полковника никто не пишет». Так, слушаем «Би-2, полковника никто не пишет». Следующие участники нашей программы, как вас девчонка зовут? Вика. Вика и? Рита. И давайте начнем с Вики. Так, передаю привет. Я хочу передать привет в школе номер один, особенно моим одноклассницам.
Что страшно, ты не переживай, не бойся. Горянгар, Улыбиной Гели и нашему классному руководнику Зинаиде Кондратьевне. Да, Зинаиде Кондратьевне. Так. Еще я хочу передать привет тете Свете, Насте и тете Оле, маме и папе. Привет. Так, все, мама и папа, привет тоже от нашей телекомпании «Москва и Восток». Давайте ваш привет. Я хочу передать привет моей школе номер один, моему классу, 3-му А. Хочу передать привет моей бабушке, крестному, и, ну и ты меня знаешь. Там, хотим заказать песню «Чай вдвоем», «Ласковый май». Все, девочка все за меня сказала, слушай.